Доброе утро. Мася на ручки просится. Он просится, просится. Если его не брать, он залезет сам. Он прям скарабкивается так по штанам. Так, наш завтрак. Это наш с Вовиком. Маша, вот эти вот штуки понравились, кстати. Тебе какие понравились? Именно вот эти? Я съела с темным шоколадом. Мне все понравилось, я просто доедаю эти. А, доедаешь. Одинаково? Нет, я вот эту не пробовала. Одинаково. Одинаково? Как с нутеллой. Что эти? Как с нутеллой. А, как с нутеллой. А я с темным шоколадом попробовала, мне прям очень понравилось. Реально очень вкусные штучки. Вафельки такие и в шоколаде. Друзья, какая у меня вкуснятина. После еды такими вот шоколадками. И вот с этими вафельками, это который темный шоколад. Вкуснотень. Похож, знаете, на что? На Дав. Вот Дав такой же синий, прям похож по вкусу. Только. А она поела вчера? Ну, реально очень вкусно. Да, вкусный тортик произвели. Тебя опять холодно, я смотрю. Майами Дейт Колледж. Лизочек. Понравился тортик, да? Да, да, очень. С малинкой. Это дети мороженое делают себе. Это дети делают себе мороженое. Они налили воду, засунули туда ложки, да. Это нельзя есть. Ну, они не едят, они так, у них эксперимент. Просто эксперимент. Маш, как тебе, кстати, колбасный сыр, Маш? Не такой вкусный? То же самое? Вов, понравился колбасный сыр? Маша, я думала, она его уже есть не будет. А нет. Из всех людей я лучше всех сейчас... А мне холодно. В этом доме очень холодно. Да ты шутишь, что ли? Вон там написано 73. Это... Страшно вообще. У меня в машине 50 стоит. У Лизы вообще, я после Лизы сажусь в машину, холодно. Я не знаю, что ты там ставишь, что-то 50, 60. У меня холодно в машине. Не, ну когда прям дубак это. Так ты раздетая едешь, тебе не холодно ты там? Почему? Ну, не всегда сделала. Ты же не без кофты. Меня. А, ты худи одеваешь? Когда раздетая езжу в машине, все время одежду с собой. У меня то свой пенс, то кофта с собой. А, точно. И потом, говорит, садись, папа такой... Может, за меня доесть, у меня торт на завтрак. А, мне еще. Ага, папа говорит, торт на завтрак. Нет, он прям реально... Это папе, это я папе сделала, да. Если не сверху, то время завтрак. А, то есть, как, если бы есть, так сделать сразу. Добитесь, добитесь. Папа утром тортик ел. Вкусный? Ну, тебе больше нравится, когда он не холодный. Ну, когда купили, я упаковки достала. Он вкуснее, когда он, знаешь, такой... Его не кусаешь, он прям тает во рту. Господи, это ж как жир. Как а сыр можно есть теплый, он просто как сливочное масло. Это ешь, как кусочек. Ты реально еще до сих пор его ешь, Маш? Я думала, тебе реально плохо будет, и ты там не будешь, не знаю, вот прям долго-долго не есть. Помнишь, ты меня этому танцу учил? Я Катю учила. И Катю тоже. Так, друзья, всем привет еще раз. Ты не перекрываешь? Да, сори. Подожди, я сейчас выйду. Давай. На джетски. Только мы, сука, их там держим. Да, только на джетски проезжаем. Я никогда не забуду ее довольное лицо. Как чье? Я говорю, там как джетски-то? Возможно, сегодня. Нихуя, это было 2 дня назад. Господи. Друзья, у нас, короче, что я сказала? Мы машину продаем. Мы продаем одну из наших машин, синюю джип, которая... Да мы покажем. Джип, мы покажем, да, попозже, да, мы вот уже сейчас дела... Все, кризис. Дела закончим. В общем, Вовик расстроен немножко. Да, он плакал почти, в общем, слезы, слюни размазывал по машине, прощался с ней. Но она еще пока с нами, сегодня это случится, мы, если будет возможность, я поснимаю прощание Вовы с машиной. Ну ладно, это чуть-чуть попозже. Я сейчас хотела бы ответить еще на вопрос по поводу дома. Часто пишете тоже по поводу дома, мы как-то не эту тему немножечко так сейчас не затрагиваем. А что по поводу дома? Сейчас... У нас нет дома. У нас нет дома, да. Мы сейчас подали на продление нашей аренды. Здесь нам еще пока не одобрили. У нас же... Нихрена себе, сколько сетки рабится. Да. Блядь. Нихрена. Посмотри, что он делает. Что это было сейчас? Вова, пожалуйста. В общем, мудло, ну все, ладно. В общем,
окончания должны сообщить. Нам приходит письмо, когда мы должны поставить галочку, продляем мы аренду дальше, либо продляем помесячно, либо на несколько месяцев, либо на полгода, либо отказываемся. То есть мы за 2 месяца должны сообщить, если мы переезжаем. Мы поставили галочку, что мы продлеваем аренду, нам еще ответ не дали, они будут это еще рассматривать. То есть благонадежные ли мы жильцы, не мешаем ли мы кому-то жить, нет ли на нас каких-то жалоб, все ли мы как бы по правилам живем в этом комплексе и так далее. В общем, нам пока не одобрили, но у нас еще время получается до конца августа. У нас же, когда мы заехали, мы 25 августа заехали, и аренда у нас, по-моему, как раз 25-го. В общем, к сентябрю будет известно, продлили нам аренду или нет. Мы собираемся покупать дом, конечно же, но это точно будет не в этом году. Мы, если нам продлят аренду, то мы остаемся. И по поводу покупки дома, мы, конечно, будем дальше искать жилье, дальше смотреть дома. Будут еще блоги с просмотром каких-то жилых комплексов, домов и так далее. Они будут, потому что мы сами ищем, мы сами в поиске. Это не для контента сделано, мы сами в поиске. Здесь дом немножечко не... Вот как вот в России, пришел дом, понравился, либо покупаешь, либо не покупаешь. Здесь очень много нюансов, прежде чем покупаете дом, и каждый из этих нюансов очень важен. Поэтому влоги с просмотром домов еще будут обязательно. И, в общем, друзья, дом здесь купить — это не вот так вот. Это довольно долгий процесс. Я вообще не знаю ни одного человека, кто бы приехал и буквально там через год купил уже дом. Ну, если только люди приезжают с большими деньгами. Почему? Наверное, да. Но мы лично не знаем. Вов, ну, конечно, покупают. Конечно, они есть. Если мы не купили, то... Ильдар сразу купили дом. Они прям сразу... Первый, по-моему, полгода они купили дом. Но это когда люди приезжают с деньгами, да, тогда действительно покупают сразу дома. Наверное, да. Вот, у нас нет. В общем, покупка дома здесь — это довольно сложная процедура, и мы так в подробности особо вдаваться не будем, именно потому что те, кто здесь живет, они все знают все эти вещи, все эти нюансы, все эти подробности. А тем, кто здесь не живет и не собирается, это будет просто неинтересно. Это довольно долгая такая тема, мы можем здесь говорить очень долго, но это просто будет неинтересно никому, а те, кто здесь живет, еще раз говорю, они все это и так знают. Поэтому влоги с домами будут обязательно. Мы в течение вот этого вот года будем ездить целенаправленно смотреть какие-то дома. Причем мы хотим смотреть не только Нейплс, мы вообще Флориду рассматриваем. Это еще и Сарасота, мы недавно думали тоже об этом. Это и Майами, и Бока-Ратон. И мы, в общем, все-все-все будем. У нас Форт Майерс буквально полчаса от нас. То есть там тоже хотим посмотреть. Вот мы Кейп Коралл смотрели. То есть не обязательно Нейплс, мы будем рассматривать везде. То есть это тоже будет зависеть и от школ, и от работы. Ой, в общем, много нюансов. В общем, ребята, это, в общем, будут влоги с домами. А сегодня у нас влог, мы продаем машину. Синего нашего джипа. В общем, чуть-чуть попозже. Сейчас мы пока заняты, попозже покажем. Оставайтесь с нами. Да, делай так. Да, все правильно тебе сказали, делай. То есть, как бы, это просто... Офигеть. Мы в такой пробке стояли, ужас просто. Алло. Короче, вот так, я тебе еще наберу потом, ладно? Сейчас. Вон, какая там, тоже. Там, ты сейчас уснула. А я первый, да, я уснула. А там огромный вот такой грузовик, перевернутый напрочь. Это было, чтобы ты понимал, отсюда 5 минут езды, и там фура. Вообще все перекрыто. Фура. А между нами проехала еще до того, как я уснула, летела это, машины, короче, полетели. Так, там две фуры, одна, то есть здесь и две аварии друг от друга, ну, даже не 3 минуты. То есть на отрезке в 3 минуты две аварии жесткие. Там фура, фуам. Правда, выжил водитель, то есть он там помогал стропы цеплять. Вот мы так же сейчас стояли, я аж уснула, я на этой скорости, прям все меня в сон. Там просто перекрыто, там дорога пустая, там перекрыто прям. Они перекрыто там? Да, нам, я не знаю, как мы сейчас там будем ехать. Все, друзья, мы прощаемся с нашей машиной. С нашим УАЗиком. С нашим УАЗиком, да. У папика есть еще, наверное, минут 10. Давай, покажем. Мы опаздываем, покажем. Да, покажем, давай. Ну, папа, размазывай сопли по машине. Какая красивая машина. Спасибо. Ребята, но она очень зимняя и сильно. Прям сильно зимняя, реально. В смысле? А? В смысле? Ну,
но это машина для настоящего бездорожья, зимы. Ну да. Для такого, Сибири. Да, да, ну, для Аляски, вот так скажем. Я прямо так и скажу, потому что это машина для любых северных штатов. И, конечно, очень она классная. И она вот здесь вот вся, видите, там и электричество, и заряжается от розетки, и все, конечно. Шикарнейший салон, конечно, такой бежевенький, вообще очень она мне, конечно, нравилась. Это рыженький. Самый, по-моему, такой американский автомобиль. Вот. Так ни разу крышу и не сняли. А, нет, я один раз снимал. Да. Ну, вот жарко реально, Елена все время нервничает. Не, вообще не для Флориды. Не, ну, у нас остался Бронко, который, как бы, можно крышу снимать. Альтернатива. Ну, все, ладно, поехали. Пора его отдавать. В общем, короче, продано. Продано. Да. Ну, все, поехали отдавать его в хорошие, надежные руки. Да. Так, мы уже приехали в какой-то центр Naples. Машина-то сколько? Это все на продажу машины? Да? Это все на продажу. Угу. Плакать не будешь? Плакать. Ты уже выплакал все глаза? Я уже все выплакал глаза. Ладно, папа, крепись. Ух ты, вагонеры стоят. Да, вон они стоят. Ох, машина там. Вот это машина. А их реально купить вот так? Да. Да? Есть в наличии? Ну, они хитрые делают. Они все, короче, типа бэушные, как будто. На самом деле, они просто скинули на свои компании и перепродают теперь с наценкой. И все бэушные. А так новые. Хитрый жопь называется это. Операция хитрый жопь. Угу. Прикольные. Так, ну все, малыш мой, все. Ты был хорош. Ты был хорош, черт возьми. Я тебя любил. Да, это правда. А мне выходить не... А, ну конечно, да, машина это продана. Красавчики. Зубастики такие. Все, пытаюсь подловить твою скупую слезу. Я не могу. Ну ладно. Пока. Красивчик. Вот они какие красавцы стоят. Клевые. Где? Вот это? А где цена? Красивый какой. Музыка, да, прилетит сейчас. Я по-быренькому. 80, что там, 87 тысяч долларов. 87 тысяч долларов. 87, да, тысяч долларов. Давай, вот, офигенно. Так. Долгая песня. Вау. Она сама выдвинулась. Он точно такой же, как наш. А, эта музыка прилетит сейчас. Да. И. А, о! Угу. Это обычные колесики, да. О. Крутая круть. Крутая круть, да. О, я еще. Красавчик. Тоже выдвинулся. Да, выдвинулся. Да, вот только что. Тут можно пикник делать на таком пороге. Это точно такой широкий. Ты подойди поближе, что-то пососними. Да близко так не видно будет. Надо вот так. Сюда снять. Смотри, вот это вот экран. Видишь? Ага. Здесь экран. Это натуральное дерево все. Орех. Круть. Да. Крутецкая круть. С той стороны пойдем покажу тебе. Ну-ка, задвинется, да, тоже? Думаешь, она не задвинется? Нет, она задвинется, наверное. Ну, фиг его знает, бэушный же. Оп, обратно выдвинулась. Макинтош система стоит. Это уже, конечно, твой контент. Не знаю, будут наши зрители это смотреть или нет. Не будет никто это смотреть. Не будет никто это смотреть, да. Прикольные диски. Так, а сколько стоят эти красавцы? А, нет цен? Бесценные, что ли? По 90 тысяч долларов. А нету ценников на них? Нет, они здесь, я же тебе говорю, такие.